Софья Прокофьева. Приключения плюшевого тигра. Художник Новозона. Однажды мальчик Сережа ушел из дома и забыл на столе включенный утюг. Вы только подумайте, включенный утюг, а в квартире никого не осталось. Да-да, ни одного человека. Только старый Сережкин плюшевый тигр лежал на диване. Ой, мой Сережа забыл выключить утюг. Ой, что же теперь будет? Попробую я сам выключить утюг. Нет, у меня ничего не получается. А, вот что я придумал. Я выпрыгну из окна и найду моего Сережу. Раз, два, три. Ой, как страшно прыгать. Лучше я сосчитаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, все равно боюсь. Но тут до него донесся запах дыма. Плюшевый тигр закрыл глаза лапами и выпрыгнул из окна. Ой, какой хороший тигр! Бедняжка! Его выбросили из окна! Значит, он никому не нужен! Я возьму его к себе домой! Что же мне теперь делать? Как я отсюда выберусь? Как я найду Сережу? Минуточку! Бинокль! Ведь если посмотреть у него, все маленькие становятся большие. Значит, бинокль все увеличивает. Значит, если я пролезу сквозь бинокль, я стану большим. А может быть, это вредно? А может быть, опасно для моей жизни? Нет, я должен быть смелым. Я должен найти моего Сережу. Плюшевый тигр разбежался и, вытянув лапы, прыгнул прямо в бинокль. И в ту же минуту тигр кувырком полетел на пол. Он сделал несколько шагов и сразу же уронил два стула. Какой я большой! Совсем как настоящий тигр! Бегу-ка я скорее искать моего Сережу. Смотрите, тигр! Настоящий тигр! Держите его! Ловите его! Отпустите меня, пожалуйста! Я Сережин! Сережин! Вы только подумайте! Этот тигр умеет разговаривать! Он дрессированный! Наверное, он из цирка убежал. Его надо отправить обратно в цирк. Между тем в цирке, в железной клетке, сидел настоящий живой тигр. Он был очень умный и знаменитый тигр, но характер у него был мрачный и раздражительный. Надоело мне сидеть одному в клетке. Не с кем поговорить, душу отвести. Интересно. Тигр! Мне повезло. Но почему от тебя пахнет опилками? Понимаете, я не настоящий, как вы. Я только так, нарочно. Я игрушка. Вы понимаете, мой хозяин, мальчик Сережа, ушел и забыл выключить утюг. И теперь наш дом сгорит. А я хотел моего Сережу найти. Но меня схватили и привезли сюда. Не хнычь. Ужасно не люблю, когда тигры плачут. Я тебе помогу. Ты умеешь ходить на задних лапах? Как на задних лапах? Ну, как люди ходят? Умею. Но ведь люди ходят одетые, а я, сам видите, какой. Сейчас мы отсюда выйдем. Вот это костюмерная. Видишь, здесь и платье, и шляпы с перьями. Идем, выберем тебе костюм.
А эта юбочка очень мила. Она очень мила. Она мила, но мала. Она на тигренка. И этот клоунский костюм хорош. Он очень тебе идет. А нельзя ли что-нибудь поскромнее, попроще? У меня внешность и так заметная. Если я этот костюм надену, за мной опять люди побегут. Ну, тогда вот тебе тулуп и валенки нашего сторожа. Ха! Вот что мне надо, спасибо вам. Теперь я обязательно разыщу моего Сережу. Кругом столько людей, а Сережи нет. Куда же теперь бежать? Где искать его? Ай-яй-яй, все погибло! Мне не найти моего Сережу! Теперь все сгорит! Почему вы плачете? Таким большим стыдно плакать. Вы понимаете, мне надо срочно найти одного мальчика. Я никак не могу его найти. А у вас есть какая-нибудь его вещь? Я ее понюхаю и найду вам этого мальчика. Ой, где же я ее возьму? Нюхай меня, собачка! Я Сережина вещь! Теперь я найду вашего Сережу! Вот его следы! Скорее, скорее! Вот ваш Сережа! Утюг! Утюг! Сережа, ты забыл выключить утюг. Ой, правда? Что же теперь будет? Надо скорее. Одну минуточку, я сейчас. Зачем он залез в эту конуру? Ой, ему бежать надо, а он кому-то по телефону звонит. Бежим скорее. Комната была полна дыма. Надо потушить пожар. Огонь лизал стол, прыгал по стульям и карабкался вверх по занавескам. Мне туда нельзя. Я сразу же сгорю, ведь я набит опилками. Тут в комнату вбежали пожарные. Они быстро справились с огнем. А кто же вызвал пожарных? Я набрал 01 и вызвал пожарных. Но кто вы такой, гражданин? Не узнаешь меня, значит? Ну, конечно, ты в игрушки уже не играешь, ты из меня уже вырос, и все-таки... Ой, что это? А произошло вот что. Вы только поглядите. Этот неизвестный Сережа гражданин быстро стянул с себя валенки, сбросил тулуп, и потрясенный Сережка увидел перед собой огромного тигра. Сережина мама всплеснула руками и упала в обморок. Очки свалились у нее с носа. И тут случилось самое невероятное. Плюшевый тигр начал прыгать сквозь очки. Раз, два. Раз, два. Он разбегался и прыгал, с каждым разом становясь все меньше и меньше. Раз, два. Раз, два. Когда мама пришла в себя, она увидела Сережу, который стоял посреди комнаты и прижимал к груди своего плюшевого тигра. Thank you.